Дорогие друзья, вот так мы друг другу делаем сюрпризы. Это посылка, где очень и очень ожидаемый и желанный номер наших поездов. Какой? Сейчас покажем. Вот он, мой друг, коллекционер Баата Датунашвили, который вот прямо в центре Тбилиси на набережной ждет, не дождется посылочку. Здесь номер. Баата делает диорамы, делает целые железнодорожные станции. У него коллекция, и сейчас мы вам покажем, он очень и очень ждал именно этот номер журнала «Наши поездки». Посмотрите, детский азарт начинает. Режет. Раз, два, три. Пока в дороге были наши поезда, мы каждый день следили за сообщениями почты, где находится посылка. И как только она пересекла границу Грузии, это уже был почти праздник. Итак, дорогие друзья, внимание, внимание! Наши поезда поступили. Тбилиси сортировочная. Не один номер, а не одна машинка, а целые три. Три агрегата. ВЛ-22 с журналами. ВЛ-22, правильно. 22М. Со своими открыточками. Вот, дорогие друзья, вот так мы ждем наши поезда в Тбилиси. Ведь Закавказская железная дорога всегда была флагманом советской железной дороги. И наши коллекционеры очень ценят все эти номера. Большое спасибо журналу, большое спасибо Мадимио. Мы пошли наслаждаться новым журналом и, естественно, моделью прекрасного электровоза ВЛ-22М.